Российский диктатор Владимир Путин продолжает усиленно закручивать гайки в стране. На сей раз он внес в Государственную Думку законопроект, ужесточающий ответственность за регистрацию по месту жительства. Граждане с этим не согласны. Сегодня они вышли на Красную площадь, чтобы заявить о своей позиции. Нет крепостному праву в России. Это наша страна! Это наша страна! Это наша страна! Давай, народ с российскими гражданами! Путин будет казнен! Чего вы протестуете? Против Путина и против регистрации. Смерть узурпатору Путину! Свободу, политзаключенный! Свободу, живем! Не ваше сучье дело! Где живем? Не ваше сучье дело! Где живем? Не ваше сучье дело! Жесткий по содержанию транспарант в руках у граждан – ответ на неконтролируемую агрессию со стороны обнаглевшего от безнаказанности самозванца. Винтят жестко, если не сказать жестоко. Полиция не стесняется в насилии. Путинский сортир окончательно переместился на Красную площадь, где расцвели красно-коричневые цветочки чекистской демократии с рылом правоохреневшего держиморды. Помимо участников акции, задержали и нашу съемочную группу. ФСОшники догнали нас по пути к метро, окружили и фактически силой доставили в ОВД Китай-город, где поместили в обезьянник с другими задержанными. Но под натиском общественности и расторопного адвоката нас с Дмитрием и еще одной журналисткой Марией Решетниковой все-таки отпустили. Ребят, вот думаю, возьмите! Ладно, не забудь! Россия будет свободна! Россия будет свободной! Путин будет казнен! Задерживали протестующих предельно жестко. Вот, собственно, и вся демократия по-путински.